Не всегда при перевозке детей в автомобилях родители используют детские удерживающие устройства и ремни безопасности. В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма и в профилактике нарушений правил перевозки детей в автомобиле автоинспекторы совместно с ДПС провели рейд возле дошкольного образовательного учреждения аула Кашихабль. В ходе мероприятий инспекторы останавливали автомобили, проверяли наличие детских удерживающих устройств, их правильную установку в салоне машины. Также проверяли ремни безопасности. За время проведения профилактического мероприятия выявлены следующие нарушения: одно автокресло, один пешеход и один ремень безопасности. Уважаемые водители, родители, самые важные пассажиры в вашем автомобиле – это дети. Не забывайте обеспечить ребенку безопасность во время движения автомобиля.